Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас, как всегда, сарделька. Забываю фармить, ставлю, хотя ставлю напоминание, честно, времени не хватает, но все равно этот аккаунт не забрасываю. Играю дальше, прохожу локации. Думаю, сегодня я уже до конца дофармлю обычные подземочки. И буду дальше трешевать. Я пока их не особо фармлю, потому что я стараюсь забирать отсюда награды шарика, и потом, соответственно, хочу получить сердцеедочку, почему бы и нет. Так, окей, что у нас сегодня? У нас сегодня, не знаю, такой распиздяйский, скажем так, будет видосик. Я получил плюшки, думаю, вы тоже за один сам получали плюшки, и мы сегодня их откроем, посмотрим, что же, как нам улыбнется удача, паролим, как всегда, может, это будет опять же имбовый роллинг. Так, есть у нас коробочка на открытие, есть карта, даже две карты, вот так вот. Так, поехали, открываем карты изначально. Let's go. Ну, бог грома, это, конечно, нужная мне вещь. Но вот отсюда я бы, знаете, кого хотел бы, наверное, больше всего Гаргула, либо Одера для подземок. То есть, либо того. Ну, упадет нам, скорее всего, Дед Мороз. Так, ну чё? Как думаете, кто упадет? Дед Мороз. Ну все, ребятушки, это просто рот. У нас есть уже, наконец-то у нас уже есть череп. Можете меня поздравить, ребята, очередная новая имба, череп на таком аккаунте. Это просто подарок для меня будет, потому что он будет тащить по локациях, и в некоторых локациях он будет мне очень помогать в роли танка. Все просто изи. И при том, что череп, как многие из вас знают и видели, я открывал кучу карт. Он самый редкий. Он падает очень редко. На многих аккаунтах его до сих пор нет. Как-то вот так вот, ребятушки. Ну чё, поехали. Сарделька теперь черепа сарделя. Поехали, открываем. Так, окей. Бум. Вот так вот, новые имбища у нас есть уже. Давайте я вам сразу же очередь. О, нифига себе, с утеканием. Это вообще отлично. Расскажу по талантикам сразу же. Поехали. Давайте куда? Поехали, наверное, на... где у меня там черепа есть? На китайке. Заодно посмотрим, что на китайке поменялось. Череп, офигенный герой, у него встроено живо. Дофига дамага, пониженный урон при включении скилла, ограничение у него стоит, это один из ранее топовых героев, он очень-очень офигенный, к сожалению, после выхода некоторых героев он уже перестал быть просто по 150 и пи***ц. Ну вот так вот батька ролит, ребятушки. В общем, поехали дальше. Так. Так. Ну, отлично. Можно сказать, что видосик у нас удался. Так, смотрим акции. Что тут интересного есть? Ни хрена тут интересного нет. Тут тоже что-то нет. Короче, я так понял, что они отдыхают. Хорошо. Поехали, покажу вам черепов. Расскажу. В принципе, я вам уже о них рассказал. Что по талантам покажу. Какие черепа хороши. Ну, видите, здесь их хватает. А с выживанием, честно скажу, бредовый вариант. Смертельный удар вот этот. А раньше когда-то его использовали на арене. Неплохо заходит, так как у него увеличение процентуального урона. Но тоже на особо не актуально. Ремка. Ремочный вариант. Если у вас нету ремки рунами, хорош для PvP локации. Он сразу же включается. Если, конечно, с него баф не снимут, он будет шатать. Корка, как вариант, если есть ремка рунами, чтобы его, опять же, быстро не слили, тоже обалденный.
для без доната. А вот это вот, ребятушки, идеальный вариант. Это утекание. С утеканием его очень сложно убить, так как он с руки будет отхил себе делать. Вот это один из топовых вариантов. Такой вот вариант с разбросом тоже топовый, он не будет давать заряжаться. Но утекание немножко лучше, но если прокачать на девятку, то в PvP локациях именно с разбросом девятым он будет просто тащить. Есть обзорчик, можете посмотреть. Ну, водушка это все такое, ярость, ну, в принципе, тоже я бы не советовал, но тоже как вариант, если ремка ожива девятая, вы удивитесь, блин, нахрена тут девятая ожива? Девятая ожива нужна была для того, чтобы потестировать, будет ли он резаться два раза, и он реально резается, ребят, два раза. Тоже кайфовый такой, можно с кожей поставить, в принципе, будет нормальный дах, можно баст. В общем, такие вот варианты есть с пактом, там на урон собирают. СО можно поставить как вариант. Там новые таланты на прохождение локаций. Но скажу вам сразу же, но с него снимают его щит, скажем так, баф его скилл, и он становится просто бесполезным. Поэтому вот так вот. Решайте, что вам надо, куда вам надо, пишите в комментах. Постараюсь вам ответить, кому еще непонятно по герою, как его применять. А мы поехали дальше трешивать на сардельку. Сегодня день сардели, ребятушки. Вчера был топовый роллинг у нас на китайке, сегодня у нас так. Топовый. Так, что у нас тут есть интересного? Рулетка удачи. Ну, поехали, посмотрим. Безумие на русском сервере зашел, посмотрел по сравнению с английским сервером. Это просто аут. На английском я 30к силы прокачал благодаря безумию сегодня. А тут посмотрел, поржал. Так, восьмые эмблемки продают. Это уже не удивишь. Короче, такое себе все. Так, карты квестов. Сокровища замков. Помните? Поехали. Let's go. Let's go, let's go, let's go. А, я ж уже забрал. Ну, я нашел еще 10к. Не забывайте заходить. Тоже нужная локация. Так, получить все. Фонтан. Так, ну что, поехали дальше, ребятушки, трешивать. Let's go. Что там у нас? У нас следующая, ребят, коробка. Давайте коробку откроем. Думаю, очень интересно будет посмотреть, что же отсюда упадет. Так, ну что я хотел бы? Я хотел бы, конечно, наверное, ремку. Ремку, либо воодушку, исцеление. Бастион, ну, я вам скажу, что это самый обалденный талантик. И опять это не буду пиликать уже. Я спокоен. Это топовый талантик для бездоната, потому что он универсальный. Бастион один из универсальных талантов, который можно поставить многим героям, большинству, и они будут тащить. И теперь у меня вопрос: кому ставить бастион? С того, что у меня есть, ну, как вариант, это Седна, чтобы она тащила. Ведьму мы не качаем, там Стрелка не качаем, Фрэнки не качаем, Дрейка тоже, в принципе, не качаем. Можно на будущее типа поставить, но я тоже этого делать не буду. Я не хочу просрать такой талант. И из того, что у меня есть, мы сейчас еще за ролем. Самый оптимальный вариант это, скорее всего, будет Седна. Я все равно ее тут на дефный вариант не соберу. Но, возможно, у нас сейчас выпадет еще какая-то имба. Посмотрим. Так. Отлично. Ну что, поехали. Поехали, ребятушки, трешивать. По 150 я не буду, я кликну 3 раза по 450. Да, блядь. Рино нам выпал, ребятушки, это просто. Можете лайкать опять видос. Это оно, ребят. Ну чё, поехали, следующий 350. Говорю 350-450. Ну, можно было, в принципе, после Рино забить на роллинг и не роллинг. В общем, я думаю, мы определились с талантом, кому мы поставим. Короче, ребят, это просто аут. Две имбы за сегодня. И каких топовых героя для бездоната вы скажете,
Что ты сделал? Ну, вариантов у меня нет. Я просто вот так вот делаю, и теперь нам будет просто веселуха. Ну что, веселый, веселый. Вот нравится, вот знаете, мне нравится играть на бездонате, потому что бездонат реально кайфовый. Тут хотя бы какой-то трэш на русском сервере, потому что я их проиграл здесь 2 года, и честно скажу, я так на... Это, ребята, это просто кто знает, что такое Бег Ролева, вы просто в курсе. Это мега удача. Это сарделя, это беговая будет у нас сарделька. Не знаю, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу, но это полный трэш, блин. Даже жалко сливать бастион, пусть пока повисит на смене. Может, у меня там, когда будет смена талантов, тогда подумаю, уже определюсь. Но я просто его пока оставлю. Парину я вам уже расскажу в следующий раз. Что я могу сказать вам, ребят? Вот такой вот трешачок у нас. Я сегодня вам там ничего не показывал, так вкратце. Ну, думаю, вам это понравилось. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.